Всем привет, это гороскоп, я Главицкая, и я скажу, каким будет ваш день. Овен. Продолжайте воздвигать какие-то отношения, которые вы очень тщательно строили. Телец. Будьте внимательны к своему здоровью и не затягивайте с началом лечения. Близнецы. Кто-то выступит в роли покровителя ваших интересов и поможет подняться до самых верхов. Рак. Будьте готовы к тому, что своими делами в свое удовольствие заняться так и не получится. Лев. Разрешение каких-то проблем давно возникало. Самый подходящий день для того, чтобы их решить. Дева. Этот день будет наполнен вашим блеском и особой личной притягательностью. Весы. Вы процветаете и можете побаловать не только себя, но и своих близких. Скорпион. Вам не стоит забывать о своих принципах и шкале собственных ценностей. Стрелец. Вы получите дорогой, очень важный для вас подарок от влюбленного в вас человека. Козерог. Постарайтесь контролировать желание, которое возникнет у вас в этот день, поделиться тайной с друзьями. Водолей. Прежде чем делать активные шаги, не помешало бы разведать окружающую обстановку. Рыбы. Возможно, что во второй половине этого дня вам удастся избежать вмешательства в свой собственный внутренний мир. Это был гороскоп, и я Главицкая. До встречи!